Беднейшие из бедных. Они составляют почти 80% всего населения Индии. Их жизнь зависит от милости Бога и капризов природы. Большинство из них живут за счет возделания земли. Они страдают молча и со смирением принимают свою жизнь как дар Бога. Кто-то должен помочь им. И такой человек пришел, чтобы помочь забытым и обездоленным массам. Его зовут Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Он родился более 80 лет назад в маленькой деревушке на юге Индии под названием Путапарти. В Индии, пожалуй, каждый человек знает его имя и произносит его с огромным уважением и почтением. Сатья Саи Баба или Свами, как к нему с любовью обращаются его студенты, всегда делает много для неблагополучных слоев населения. Он построил много бесплатных школ и госпиталей по всей Индии. Ученики школ Сатья Саи всегда отличаются безупречным характером. Еще с самого детства Свами всегда лично заботился о бедных и больных людях, которые обращались к нему за помощью. Больше всего мне нравится устранять страдания бедных людей, предоставляя им то, в чем они нуждаются. Служение человеку – это служение Богу. Человек – это не просто биологическое существо. Он – само воплощение божественности. Всякое служение, оказанное другим людям, следует рассматривать как служение самому Богу. Вода является одной из первых необходимостей человека. В современном мире вода часто принимается за должное. Но во многих засушливых районах мира у бедных людей нет доступа к чистой питьевой воде. В некоторых полупустынных районах Южной Индии нет постоянно текущих рек, и жизнь людей зависит от сезонных дождей. В сезон дождей каналы и реки временно наполняются водой, снабжая местных жителей столь необходимой влагой. Но когда сезон дождей прекращается, реки вновь пересыхают. Тогда деревенские жители говорят, что земля взывает к небу. И это очень печальное и унылое зрелище. Условия жизни в этих отдаленных деревнях очень суровые и аскетичные, но недостаток нормальной питьевой воды делает жизнь просто невыносимой. Зачастую единственные источники воды страшно загрязнены. Во многих деревнях по всей Индии вода имеет повышенное содержание фтора, что может вызывать деформацию костей и разрушение зубов. Деревенские жители вынуждены использовать ту же самую воду для купания, для стирки белья, для того, чтобы напоить домашний скот и напиться самим. Воду приходится доставлять из-за нескольких километров. И несмотря на расстояние и загрязненность воды, деревенские жители вынуждены пользоваться ей. Но в начале 1995 года один уроженец этих мест решил изменить такое плачевное положение дел навсегда. Через центральный траст Шри Сатья Саи Свами запустил гигантский проект водоснабжения 731 деревни Анантапурского района, в которых проживает около миллиона человек, страдающих от острого недостатка чистой питьевой воды. It's a joyful occasion that the water project is inaugurated by the Prime Minister who belongs to the state of Andhra Pradesh. Проект обошелся в 70 миллионов долларов и включал в себя огромные экскаваторные и взрывные работы,
экстенсивные трубоукладочные работы, строительство большого количества водочистительных сооружений, водных резервуаров и водонапорных башен и десятки тысяч кранов в деревнях. Духовная любовь с вами была заразительной. Она вдохновляла не только рабочих, участвующих в проекте, но и руководителей администрации штата, что позволило избежать обычных бюрократических проволочек. Благодаря постоянному личному интересу с вами к строительству, весь этот гигантский проект был завершен в рекордное время, всего за 18 месяцев. В 1998 году готовый проект водоснабжения района Анантапур был передан администрации штата Андхра-Прадеш. Этот проект в Анантапуре был всего лишь началом большой работы с вами в этом направлении. В 1999 году сострадательный Бхагаван направил свое внимание на устранение непреодолимых трудностей жителей северных районов штата Андхра-Прадеш, который называется Медак и Махабуб-Нагар, где катастрофически не хватало питьевой воды. Здесь чистая питьевая вода была предоставлена 321 деревне с общей численностью населения около миллиона. Благодаря титаническим усилиям Бхагавана миллионы жителей отдаленных деревень имеют чистую питьевую воду круглый год у самого порога своего дома и абсолютно бесплатно. С вами организовал независимые комитеты в каждой деревне, координирующие бесперебойную работу системы водоснабжения. В результате этого деревенские жители получили не только воду, но и контроль над ее рациональным использованием. Острую нехватку чистой питьевой воды испытывают не только отдаленные деревни Индии. Недавно Бхагаван завершил колоссальный по объему работы проект водоснабжения Чиная, огромного многонационального города с населением более 7 миллионов. Несмотря ни на какие трудности, я решил снабдить чистой питьевой водой город Мадрас. На данный момент социальные проекты водоснабжения, выполненные Центральным Трастом Шри Сатисаи, являются самыми большими проектами такого рода, выполненные когда бы то ни было и где бы то ни было в мире силами неправительственной организации. Все проекты, выполненные организацией с вами, ясно показывают, что не всегда необходимо искать помощи извне. Твердое намерение, исходящее из чистой, бескорыстной любви, может творить настоящие чудеса, что постоянно демонстрируется Бхагаваном на практике. Когда вы видите больного и упавшего духом человека, это ваше поле служения. Каждая клеточка вашего организма, каждый нерв должен резонировать любовью и желанием поделиться этой любовью с несчастными и обделенными. Рано утром на рассвете 23 ноября 1926 года исполнились молитвы одной благочестивой женщины, когда у нее родился сын в маленьком домике, который прежде находился вот на этом месте. Очевидцы рассказывали, что во время рождения находящиеся в доме музыкальные инструменты начали играть сами по себе, наполняя дом новорожденного удивительной музыкой. Под ковриком, на котором лежал младенец, была найдена мистическая кобра, которая традиционно считается божественным знаком. Ребенка назвали Сатьянараяна Раджу. По мере его взросления было очевидно, что тот, чье имя на санскрите означает «истина», отличается от других детей. Все его действия были спонтанными и бескорыстными. Сверстники называли его «гуру», потому что он обучал их пению песен, посвященных Богу, и поражал их воображение чудесными материализациями конфет, карандашей и игрушек, которые появлялись из пустой сумки. В мае 1940 года
13-летний Сатья отбросил в сторону свои школьные учебники и провозгласил о том, что он является воплощением святого Сайбабы из Ширди, чье имя никому не было известно в Путапарте. На севере же Индии Ширди Сайбаба был широко известным святым, которого почитали как мусульмане, так и индуисты. Он одевался как мусульманин и наносил пепел на лоб по индуистской традиции. Одну ночь он мог переночевать в мечети, другую – в индуистском храме. В те времена, когда межрелигиозные разногласия приводили к конфликтам и даже войнам, Ширди Баба учил своим примером жить в мире и согласии. Перед своим уходом Ширди Баба сказал своим последователям, что через 8 лет он воплотится снова. 8 лет спустя родился Сатья Нараяна. После своего провозглашения 13-летний Сатья сказал своим родителям, что он больше не принадлежит им, потому что его преданные нуждаются в нем, и ему пора идти к ним. Сразу после этого он ушел из школы, и вокруг него стали собираться последователи. Вот что Сайбаба говорит о своих чудесах. «Чудеса, которые я совершаю, происходят благодаря безграничной силе Бога. Это проявление моей божественности. Ни в коем случае нельзя их рассматривать как показуху. Любая демонстрация магии, как всем известно, делается ради денег. Это трюки профессиональных магов. Это, по сути, является узаконенным обманом, при котором происходит перемещение объекта из одного места в другое незаметным движением руки. Такие трюки не являются проявлением ситх или сверхъестественных сил. Мои материализации являются совершенно другим актом творения. Это не магия и даже не сверхъестественные силы. Во-первых, я не жду ничего взамен. Во-вторых, я не обманываю людей, перемещая объекты в пространстве. Я создаю их. И опять-таки, я не делаю это из-за нужды или желания демонстрации своих сил. Для меня это своего рода визитные карточки, для того, чтобы убедить людей в своей любви и заручиться их преданностью. Поскольку любовь бесформенна, я использую материализацию как проявление своей любви. Это всего лишь символ. Многие люди хотят иметь талисман как знак моей защиты, и я делаю это для них. Когда они попадают в беду, они чувствуют на своей руке кольцо, браслет или часы, и, вспоминая обо мне, они зовут меня на помощь. Но если я дам им то, что они не смогут носить, они, скорее всего, положат такую вещь куда-нибудь на полку и забудут о ней. Такие талисманы дают людям чувство защиты, в которое они нуждаются в трудную минуту или во время кризиса, и являются символическим связующим звеном между мной и ними. Когда преданный нуждается во мне, эти материализованные предметы посылают мне сигнал, и я мгновенно отправляюсь к ним на помощь. Я могу исцелять, спасать и даже воскрешать из мертвых тех людей, которые находятся в духовно восприимчивом состоянии. Это можно сравнить с негативным и позитивным магнитным полюсом. Моя способность исцелять – это позитивный полюс. Ваша преданность – это негативный. Когда эти два полюса сближаются, возникает электрический ток, который вызывает чудо исцеления. Предметы, материализованные Сатья Сайбабой, предназначены для укрепления веры преданных. Доктор Джон Хислоп, глава организации Сатья Саи в Северной и Южной Америке, рассказывает о том, как с вами материализовал уникальное распятие Иисуса Христа и подарил ему. Мы были в Индии в лесистой местности под названием Бандипур во время Махашиваратри. Вместе со Свами мы ездили по лесу в поисках места для проведения церемонии. В конце концов, мы нашли подходящее место на песках пересохшего русла реки. Вечером мы снова вернулись туда всей группой. Выйдя из машины, мы отправились вниз к реке. Я шел рядом со Свами. Когда мы проходили мимо кустарника, Свами отломил две веточки и сложил их в форме креста и спросил: «Хислоп, что это?» Я сказал: «Свами, это выглядит как крест». Потом он сложил эти две веточки у себя в руке и подул на них три раза.
Когда он разжал пальцы, я увидел вот этот самый крест, который сейчас лежит у меня на руке. С вами сказал, что именно так Иисус выглядел на кресте, а не так, как его изображают современные историки. Его живот был сильно впалым, поскольку он ничего не ел несколько дней. Я спросил, что это за отверстие сверху креста. С вами сказал, что крест был подвешен за это отверстие сверху. Он также сказал, что этот миниатюрный крест был сделан из той же самой древесины креста, на которой был распят Иисус. И потом с вами добавил, что ему пришлось немного потрудиться, чтобы раздобыть ту древесину креста, которая была около 2000 лет назад. Бог — это человек, а человек — это Бог. Все мы являемся искрами Божьими. Все люди являются божественными по своей природе, как и я, чей дух заключен в человеческом теле из плоти и крови. Единственная разница в том, что они забыли о своей божественности. Они попали в эту тюрьму кармы из-за совершенных ими ошибок во многих предыдущих жизнях. Я же принял это смертное тело по своей собственной воле. Люди связаны с этим телом, но я свободен от этой зависимости. Самое основное различие заключается в том, что люди живут понукаемые желаниями. У меня же нет никаких желаний, кроме одного и единственного – сделать вас свободных от всяких желаний. Когда конфликты, разногласия, дисгармония переполняют мир, Бог воплощается в человеческом теле, чтобы показать человечеству путь к любви, гармонии и миру. Аватар принимает человеческую форму и ведет себя как человек, чтобы люди могли почувствовать свое родство с Богом. И в то же самое время он поднимается до божественных высот, чтобы вдохновить человечество на достижение таких высот духа. Аватары приходят в человеческом теле, чтобы помочь людям осознать свою внутреннюю божественность. Поэтому настоящий аватар пришел на Землю со всей полнотой сил бесформенного Бога, чтобы исправить человечество и вернуть его на путь истины, праведности, мира и любви. Пепел или випхути, который я материализую, является манифестацией божественности и несет глубокий смысл и символизм, который напоминает нам о вечной и неизменяемой природе Бога, Духа или сознания, а также демонстрирует временную и непостоянную природу всего проявленного мира, который в конечном итоге исчезнет. В первую очередь випхути символизирует цикл рождения и смерти, в котором все в конечном итоге превращается в пепел. Пыль или пепел является конечным состоянием вещей и не подвержен дальнейшим изменениям. В духовном контексте випхути является напоминанием духовному искателю о мимолетности жизни и побуждает избавиться от всех мирских желаний и увлечений, привязанностей и соблазнов, которые должны сгореть в огне духовной практики поклонения Богу и служения людям. Такая практика делает человека чистым в слове, в мысли и деле. И для закрепления этого урока я материализую випхути для тех, кто приезжает ко мне с любовью и преданностью. Подобно другим моим материализациям, випхути является духовным талисманом, исцеляющим больных и дающим защиту тем, кто в ней нуждается. Это символ божественности, который полностью отличается от магических трюков. Мои силы исцелять, спасать, защищать и материализовывать предметы имеют божественное происхождение и могут использоваться только аватаром. После утренней церемонии люди собрались в аудитории. С вами объяснял значение випхути Абишеком. Серебряная статуя Ширди Саи Бабы, предыдущего воплощения Сати Саи Бабы, была облита водой и насухо вытерта. С вами материализовал вращательным движением руки золотую цепочку и одел ее на статую Ширди Саи Бабы. Деревянный сосуд в форме вазы для цветов, горлышком вниз, держат над статуей.
С вами начинает вращательными движениями руки, помещенной в сосуд, создавать огромное количество випхути, которое высыпается из пустого сосуда и окутывает статую несказанным благоуханием. Когда с вами достает на некоторое время свою руку из сосуда, випхути перестает высыпаться, как будто для того, чтобы убедить сомневающихся, что пустой сосуд нуждается в божественной руке для создания випхути. Именно в такие моменты логика теряет свою силу. Мы начинаем удивляться больше, когда поток випхути прекращается. Ночь Шиваратри. Это ночь на новолуние. Луна символизирует ум, который тесно связан с ее фазами. На Шиваратри остается последняя, 16-я фаза Луны. То есть в духовном контексте это значит, что остается взять под контроль последнюю, 16-ю часть ума, чтобы обрести мокшу или конечное освобождение. В эту священную ночь можно легко обрести освобождение по милости Господа Шивы. Сай Баба говорит, что Шива-лингам является символом или атрибутом бесформенного Бога, который обладает безграничной силой всезнания, вездесущности и всемогущества. Появление лингама изо рта Бхагавана Бабы является красноречивым проявлением этих атрибутов Бога. Лингам, который был только что материализован, называется Притвилингам. В нем заключено все творение и весь мир. Сай Баба говорит, «Приходите ко мне с пустыми руками, и я наполню их дарами и милостью. Если ваши руки заняты, как я смогу их наполнить? Приносите сюда все свое зло, и оставив его здесь, берите то, что есть у меня – любовь. Научитесь осознавать, что все происходит по воле и побуждению одного Всевышнего Господа. Зачем бояться, когда я здесь? Все ваши грехи прощены, как только вы получили мой даршан. Я буду нести все бремя ваших забот на своих плечах. Возьмите у меня как можно больше блаженства и оставьте мне все свои печали и невзгоды». You love your wife. You love your mother. Why are you loving them? She is my mother.
You are having the confidence that she is your mother. She is my wife. You have got the confidence she is your wife. He is my son. And you have the confidence that your son. He confidence in no love. Because you have the confidence, you develop love. Even our bhaiya, even our thalya, if the confidence like that, we could love it or not. We do not have the confidence that she is your mother or wife. We don't develop love. But where there is confidence, there is love. Where there is confidence, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is truth. Where there is peace, there is truth. Where there is truth, there is bliss. Where there is truth, there is bliss. Where there is bliss, there is God. Wherever there is bliss, there is God. No confidence. You don't have confidence. Always doubts. Always you're full of doubts. We doubts ga unnapudu mee jeevithamlo enni samachalainappudiki shantini pondaledu. With all these doubts, in any number of years, you will not be able to attain peace of mind. First and foremost, you develop confidence. Atma-vishwasam, self-confidence. You should have self-confidence. Where there is self-confidence, there is self-satisfaction. Wherever there is self-confidence, there is self-satisfaction. Where there is self-satisfaction, there is self-sacrifice. And wherever there is self-satisfaction, there is self-sacrifice. Where there is self-sacrifice, there is self-realization. Wherever there is self-sacrifice, there is self-realization. Self-realization, self-confidence. Self-realization depends on self-confidence. You're sitting in a shed. What is the basis for this? Foundation. The foundation is the basis for foundation this. Foundation. Without foundation, wall will not be strong. You wall like roof failure. Without wall, you cannot have the roof. Roof like what? Without roof, you cannot believe them. Self-confidence is like foundation. Self-confidence is the foundation of the building. Self-satisfaction is like wall. Self-satisfaction is the wall. Self-sacrifice is the roof. Self-sacrifice is the roof. Self-realization is life. Self-realization is life. Realization is life. Realization is life. Realize. I want realization. You say that I want realization. Nindu nivu telusko. You know yourself. Who are you? Who are you? This is my body. You say I am my body. This is my mind. I have, this is my hand. This is my hand. This is my leg. This is my leg. This is my head. This is my head. But who am I? Who am I? Ask the question. Very important. This is very, very important. This is my body. You say this is my body. This is my leg. You say this is my leg. My mind. This is my mind. Who am I? Then who are you? Who am I? I am separate from body. I am separate from the body. I am separate from mind. I am separate from the mind. See, this is my kachi. This is my kachi. Kachi is separate from me. Separate from me. This is my chair. This is my chair. My chair is separate from me. Chair is separate. Then this is my body. Body is separate from you. You are not body. When you say that this is your body, you are separate from the body. You are not the body. This is the first inquiry. This is the first inquiry. You are not body. This is my mind. You are not mind. You say that you are my. This is my mind. You are not the mind. You are always separate. You are always separate from body. Not this. Not this. Not this. Not this. This is in Vedanta. Neti, neti, neti. In Vedanta, this is the process of saying not this, not this. I am not body. I am not the body. I am the mind. I am not the body. I am Atma. I am the Atma. No changes. It is changeless. Only mind changing. The mind is always changing. Monkey mind. Mind is like a not ordinary monkey. Mad monkey. Mind is like a mad monkey. Please, don't follow this monkey. Don't follow this monkey. Body. Immediate birth is a chain. When the body is born, it is chained. After 10 years, he is boy. After 10 years, he is called a boy. After 30 years, he is man. After 30 years, he is called man. After 75 years, he is grandfather. After 75 years, he is called grandfather. Chained, boy, man and grandfather. Only one person. It is only one person who gets change all the four things. The body is changing. The God no change. God is changeless. It is immortality. God is immortal. Always permanent. He is ever present. What is the need to immortality? What is the way to immortality? Ask the question. Ask the question. Removal of immorality is the only way to immortality. Removal of immorality is the only way to immorality is the only way to immortality. What is immorality? Ego, ego, jealousy, ego, anger, these are bad qualities. All these are the bad qualities. The bad qualities remove just the immorality. When you remove the bad qualities, immortality is on your palm. That is very, very important. That is most important. Only japam, jhanam, this is only stunt. Just I don't like that. Swami does not like just doing. Because we are only sitting. Pose. Photo. Why going this way? Use kindness. The city
looking as if posing for a photograph. But mind is wandering here and there. Ilanti vaadu meer nammakandi. You should not believe such people. These are only stunters. They are only stunt makers. Mind killers, hunters. They are mind killers and mind hunters. Ilanti vaadu meer follow cheyandi. Don't follow such people. Be always happy. Be always happy. Thank God, thank God, thank God. Think like that. You are also God. You are also God. Think that you are not one person. You are not just one person. But three. You are three persons. The one you think you are. The one whom you think you are. That is physical. That is the physical body. The one others think you are. The others think you are. That is mind. That is the mind. The one you really are. The one you really are. That is Atma. That is the Atma. The one you think you are. The one you think you are. It's only body. It's only the body. Body. I am so and so. I am my age is dead. I am lady. I am dead. It's only you think you are. I am body, I am my age is this much, and I am a man, I am a woman, all this is only body, what you think you are. Even others think you are, that is qualities. The other good and bad. Oh, she is bad, bad girl, he is bad man, who is thinking? Others. What others think you are is the mind, that is they think whether you are good or bad, you have good qualities or bad qualities. Even you think you are only conscious. The one you think you are. Only conscious. What senses. Is conscious? What is conscious? Senses. The one others think you are, that is conscience. What you think others think you are is conscience. The one you really are, that is consciousness. The one you really are is consciousness. You are consciousness. You are consciousness. Consciousness is permanent. Consciousness is permanent. Conscience changing. Conscience is changing. Conscience changing. Ups and downs. Conscious full of ups and downs. It is like a water bubble. The body. Don't follow the body. Don't follow the mind. Don't follow the body or mind. Consciousness. You are Chaitanya. You are consciousness. You are God. You are God. Think, I and God are one. Think that I and God are one. This is not first right. This is not, in the beginning it may not be right. It is not right. It may not be right to think so in the beginning. Because I and you are one. I? Right? Yes. 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 I and you are we. Not one. We are we and not one. We and we are one. We and we are one. I am there, you are here. We are one. Yes. We and we are one. We and we are one. Many people, I and you are one. I and you are one. Let me say, one. I and you are not one. I and you are we. I and you leads to we. Yes. Oneness, we and we are one. We and we are one. You are also here. I am also there. Is no any different. Kanuka, what is this? This is cloth. Cloth. This is a cloth. This is cloth card. But this is not the cloth. It is bundle of threads. It is nothing but bundle of threads. It is threads card. It is not threads. It is cotton. It is cotton. First cotton. First it was cotton. Second thread. Then it became threads. Third cloth. Finally it became the without cloth. Without cotton there is no thread. Without cotton there is no thread. Without thread there is no cloth. Without thread there is no cloth. That is the first thoughts is like cotton. Thought is like the cotton. Desires like threads. Desires are the threads. Mind is like cloth. Mind is like the cloth. Bundle of desires is mind. Mind is nothing but the bundle of desires. ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ లో ఉన్న కుదిరితే ఒక్కొక్కటి కుదిరితే రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ నో క్లాత్. If you want to destroy the cloth, you have to remove the thread one by one. అదే రీతిగానే డిజైర్స్ క్రమక్రమంగా తగ్గించుకుంటే దట్ ఇస్ నో మైండ్. If you reduce the desires gradually, there will not be any mind at all. Less luggage, more comfort, make travel pleasure. If you travel with less luggage, it is very comfortable. Life is like a long journey. Life is like a long journey. Desires are luggage. Desires are the luggage. ఈ లగేజెస్ కొంచెం తగ్గించుకుంటే మనం ట్రావెల్ సులభంగా చేసుకోవచ్చు. If you reduce the luggage, our travel will be more comfortable. Too much desires. We have too many desires, too much desires. That is not good, very bad. ఈ డిజైర్స్ పెరిగే కొద్దీ మనకు అశాంతి పెరిగిపోతుంది. More desires we have, more restlessness we develop. ఎప్పుడు ఈ డిజైర్స్ తగ్గించుకొని అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకుంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. When we reduce the desires and attachment, we will get peace of mind. Many people, they want peace of mind. I want peace of mind. I want peace of mind. Like many people keep saying, I want peace of mind. I want peace of mind. I want peace. I want peace. I want peace. I want peace, they say. How many words are there? I want peace. These are three words. The sentence has three words. I want peace.
There are three words. I want peace. His I is ego. Want is desire. Remove it. It is there. From these three words, if you remove the two words, I, which is ego, want, which is the desire, you are left with only peace. Смотрите глазами любви, слушайте ушами любви, работайте руками любви, думайте только о любви. Я пришел, чтобы зажечь лампаду любви в ваших сердцах и позаботиться о том, чтобы ее огонь разгорался все сильнее и сильнее, день ото дня. Я пришел не для того, чтобы говорить от имени какой-либо отдельной религии. Я пришел не для саморекламы или ради какой-либо отдельной секты, религиозного направления или движения. И не для сбора последователей для реализации какой-либо доктрины. У меня нет планов по сбору последователей вокруг себя или вокруг кого-либо еще. Я пришел рассказать вам об этой универсальной вере единства, о пути любви, о долге и обязанности любить. Развивайте в себе эту божественную любовь и станьте провозвестниками новой эры, сердца которых свободны от эгоизма, жадности, ненависти и насилия. Пусть каждый из вас найдет свет в своем сердце и несет его другим. Все религии преподают один и тот же основной урок – устранение из сердца человека любых следов эгоизма, который проявляется в погоне за маленькими сиюминутными мирскими наслаждениями. Каждая религия учит человека наполнять свою душу божественной любовью и славой и избавляться от мелочности самомнения. Каждая религия дает практические методы по развитию отрешенности и духовного развлечения, чтобы человек смог поставить перед собой высокую цель достижения освобождения. Верьте в то, что все сердца действуют по побуждению одного единственного Бога, что все конфессии прославляют одного и единственного Бога, что все имена на всех языках, известных человеку, означают одного и того же единственного Бога. Развивайте любовь. Живите в любви, распространяйте любовь. В этом заключается суть учения, которое я несу вам.